С вами Алексей Гриценко и литературная гостиная проекта «Нашим музам». Сегодня я представляю вам стихотворение из сборника Алёши Кравченко «Лёгким прикосновением». Письмо моей души. В письме моей души язык иной, поэтому печать ломать не стоит. Укрыты чувства ледяной стеной, но стены не спасли когда-то Трою. Ты безрассудна, и любую весть из уст принесших сразу вырываешь. Злосчастное письмо тебе прочесть, но ты его язык. И злясь на то, что якобы молчат те струны, что поют другим на зависть, ты вероломно сорвала печать, и в брешь души войска тоски ворвались. Напомню, что это стихотворение вошло в сборник Алёши Кравченко «Лёгким прикосновением». А с вами были проект